считается приятным наезд жирной пищи, метилового спирту, себя залить стакан и с умным очень видом в ботиках креслах сидя рассказывать друг другу журналы и статьи. А на втором чадете бугры покрыты кашей и камни под буграми, а сбоку рыхлый снег, и как бы ни старался, но ощущение страха тебя там покидает день только на седьмой. Вот одеваем лыжи и все, что к лыжам надо. Замерзнув в шатком кресле, ты заезжаешь вверх и тянешь вниз по склону, как эпилептик, корчась, колёш дефицитный спортивный инвентарь. Себя ты представляешь и ловким, и умелым, и смелым, и отважным, смесь Тенмарка с Кили. И тянешь вниз по склону в невыразимой позе до той поры, покуда не вмажешься в бухор. А над тобой хохочут товарищи из кресел, которых вырыл тысяча, наверх везет пыхтя. Вот они вот сейчас доедут и будут так же точно корячиться по склону, вызывая смесь селезения со страхом. Мы с вами все уроды со сдвинутой башкою, что гордым мазохизмом который год больны. Но самое плохое, что ведь людей нормальных все время заражаем. Мы не дугим своим, мы не дугим своим, мы не дугим своим.